Уборка берега Ушайки продолжается. Завтра на правом берегу реки состоится очередной субботник сотрудников компании «Газпром Трансгаз Томск». Ну, хорошо стало. Видно, все заросшее было. Кампания по уборке правого берега Ушайки продолжается уже полтора месяца. За это время в расчистке берегов приняли участие около 450 молодых сотрудников предприятия «Газпром Трансгаз Томск». Их силами с заброшенной территории вывезено почти 500 кубометров мусора, около 45 грузовых машин. Берег становится все чище и чище. Можно слюни распускать и выйти около камер, как «люблю город» и так далее, да? А можно просто рукава засучивать и работать, делать. Трансгаз, я так думаю, сейчас вот он на себя взял большую, в общем-то, задачу. Он вот если он преобразит это пространство, это будет просто большая заслуга Трансгаза. Воскресенский ключ, расположенный на теперь уже не заброшенной территории, должен стать достопримечательностью Томска, уверен Евгений Вертман. И это будет справедливо, ведь родник был первым источником питьевой воды для казаков, строивших город. Тогда и, наверное, и стами пили. Но я думаю, что родничок всегда был интереснее. Навести порядок на правом берегу Ушайки значит вернуть городу утраченную зону отдыха, считает историк Геннадий Скворцов. В царские времена здесь был обустроенный парк под названием Эльдорадо. Например, рядом с родником располагался первый в Томске стационарный кинотеатр. В 1908 году над Сибирью пролетел метеорит тунгусский. И в память этого события решили вот назвать первый такой стационарный кинотеатр «Метеор». А если пройти вглубь пока еще не восстановленного парка, то можно увидеть скалу, кстати, официально зарегистрированный природный памятник. Вот здесь тоже были самые первые каменоломни. То есть камни ломали буквально и таскали, строили первые оплоты для бастионы башен, там фундаментные части, подвалы строили. То есть это самый близкий камень был. Люди здесь гуляли, даже остались столбы от освещения присутствующих. Мы решили, что необходимо восстановить этот парк, так как в Томске относительно немного рекреационных зон. В субботу сотрудники «Газпром Трансгаз Томск» в очередной раз соберутся на уборку правого берега реки Ушайка. Возможно, к этой инициативе присоединятся и другие организации. Ведь за территорией не ухаживали с 80-х годов прошлого века, потому работы здесь хватит всем. Илья Петров, Евгений Щербаков. Специально для «Вести Томск».